Санта-Крус. Так понимаю, сегодня идут очистительные работы после карнавальных дней и ночей. Моют лавки, улицы. Хотя улицы пока не видно, что моют, но лавки моют точно. Вот, стоит прекраснейшая погода. Тепло, приятно и замечательно. Город ожил сегодня. Она так разговаривает со своим этим, с кем гуляет, что я подумал, она ко мне обращается. А это все стоит. Постоянно стоит заведенный. Такое ощущение, что вот-вот должен куда-то поехать. Но никуда не едет. У меня сейчас такое ощущение возникло, что он, скорее всего, стоит заведенный не потому, что он должен поехать, а потому, что внутри у него это мороженое, видать, там что-то должно быть, что-то должно работать от электричества или от чего-то такого. Машины прикольные у полицейских. Унипол какой-то. Кстати, недавно здесь, в Испании, словили эту киберпреступную группировку, которая на несколько, то ли миллионов, то ли миллиардов, обчищала пользователей интернета. Они засылали в компьютеры вирус, и потом приходило сообщение, что, ну, типа от полиции, что так и так. Вы там нарушили законы какие-то, какие-то сайты смотрите запрещенные в таком роде. И за это с вас штраф 100 евро. Вот, и, ну, если так почитать, около 3% они говорят, что типа эти 3 евро, ой, эти 100 евро платили. Только после этого компьютер начинал работать. Другие же обращались. Службы разные, то есть или сами там как-то чинили. Вот, но несмотря на эти 3%, деньги там огромные зарабатывались, вот недавно их словили. Там россияне, украинцы, с Грузии еще какие-то, то есть разные эти. Интернациональная такая группировка была, ну из бывшего, из постсоветского союза, скажем так. Это все здесь в Испании происходит. Я почему сейчас вспомнил, вот там вот Унипол было написано. Вот они вроде писали, что они от, типа от этого Унипола, то есть от полиции они. Это все отправляли. Так, куда же нам? А, сюда нам надо идти. Такие вот здесь дела происходят. Товарищи заработали. Комплиментос. Мне этот город уже как родной стал, уже все улицы здесь знаю. Всего за несколько дней. Такое ощущение, как будто я здесь уже годы прожил. Ну, не годы, естественно, но месяца 2-3, вот я тут прожил, мне уже кажется. Все эти лавочки, закоулки, магазины,
эти китайцы, испанцы, которые здесь что-то продают, покупают. Сейчас пойдем, может, на рынок. Покажу вам, как рынок выглядит, если будем заходить. Он у нас впереди, он возвышается. Этот рынок называется что-то там, типа, рынок нашей сеньориты, что ли, или дом нашей черной сеньориты, что-то такое было, я уже не помню, какой у него перевод названия был. Мы сейчас это спросим. То пойдем на рынок. Как он назывался? Черная сеньорита или как-то? Наши... Сеньор Африки. А, да, дом. Наши или... сеньоры Африки. А, рынок нашей сеньоры Африки, да? Что-то такое. Примерно так. Вообще очень приятный этот город, мне он нравится. Есть города, в которых вот ты думаешь, если бы так получилось бы, хотел бы ты в них жить. Не то, что вот даже в своем положении хотел бы, естественно, мне бы не хотелось бы здесь зависнуть и остаться тут, нет. А просто вот изначально, если бы родился здесь, допустим, как бы было бы, то, в общем-то, это городок, который нормальный, здесь было бы нормально, я думаю. А некоторые места бывают такие, думаешь, как тут вообще люди живут. Хотя, если так подходить к этому вопросу, то я представляю, как если люди со стороны, которые к нам, допустим, попадают, они тоже, я думаю, что воспринимают это, как здесь вообще можно жить в этом постоянном беспределе, беззаконии. Вот здесь-то хоть закон, хоть что-то соблюдается, все нормально. Виват Испания. Жарковато, жарковато. Здесь дожди идут. Первые дожди были здесь. Зима здесь. Полицейский решил не нарушать Унипол, да. Это очень серьезный. Это очень серьезные люди, да. Он так резко подъехал и потом остановился. Все-таки не стал ехать дальше. Законопослушный полицейский оказался. Деньки пошли. Карнавалы закончились. Веселье. Все. Вот так вот, видишь, массы держат. Работаешь. Потом тебе дают пару деньков. Ну, не пару деньков, да, расслабиться. Типа карнавал. Чтоб ты оторвался, чтоб у тебя счастье было. Потому что, когда ты же сравниваешь, если ты целый год пашешь... В другой стране испанцы так мало работают. А хотя, да, испанцы не любят работать. Я не знаю, как учреждения, но магазины постоянно работают очень мало. У них сиесты, не сиесты. Там они работают с 11 часов дня, например, или с 10, кто как, до, не знаю, 12 или полпервого. Потом они отдыхают почти что до 5, до полпятого. И потом они работают там до 7, до 8. Ну да. Буквально 4 часа, 5 часов они работают, и то у них там сиесты полдня. Да, точно. Даже не знаешь, когда в магазин прийти.
Приходится, он постоянно закрыт. Они сами только знают. Кто здесь живет постоянно, те знают. Как и в Греции. Так, зеленый. Здесь рыбацкая шхуна. Рыбаку идут. Это уже не бурлаки на Волге, а бурлаки на Канарах. Что, все, уловчик тут есть. Очень хорошая композиция, кстати, сделана. Яркие, выразительные лица. Так, что у нас тут проходит? Какой-то чел, это он. Ага. Ездит вокруг мира. Ага. Вот он поставил, что 420 километров. Ага. И он будет вокруг мира ездить, так что давайте ему деньги. Круто. Начинает 27 мая. Do you speak English? Он начал. А, это давно было. На русском говорите, нет? Донат, донашн. Что такое донат? Деньги давай. А, то без денег не разговариваешь. Ага. Он не слышит тебя. А, он глухой. Нет? Да? А, окей. Дай копейки, дай. Пару евро дай ему. Да, поговорить не получится, жалко. Но все равно интересно. Круто, чувак, круто. Руссия. Беларусь, ага. В 2000 году он начал. А, то есть you from Беларусь? Нет, он не Беларусь. Ты Беларусь? Беларусь, да? Он Беларусь. Беларусь. Вот я вас земляков и свел. Кавказ. Давай я тебе покажу. Здесь ее все равно не найдешь. Вот. Здесь Грозный. Вот Грозный. Да-да-да. Не, мир, только мир. Да-да-да. Еще фотки там. Раз. Карта, как он передвигался. Ага. Как он перелетал. Так. Чечня, да. Грозный, все правильно. Давай я тебе напишу. Держи камеру. Вот. Ты по-английски начал писать. То по-русски, то по-английски. Все, в общем, здесь. Кавказ. Грозный, Чечня, Ингушетия, Назрань, Дагестан, Махачкала, Грузия. Нальчик. Нальчик, да-да, все правильно. Кабардино-Балкария, все правильно. Да-да-да. Нет, да. Нет, уже нет, все. А, ну да. Деньги, все правильно, деньги. Война, деньги. Да. Все правильно говоришь. Все верно. Как зовут тебя? Так, как ему написать? Анзор. Ну-ка, подержи. Дай. А, вот. Анзор. Так. Давай. Поставлю сюда. Борис. Вова. Вова. Отлично. Вот так, друзья. Вова, как вы видите, проехал. Тоже Натали. На.
Минск. А, Минск, да, да, она с Минска. Улица. Ага. Напиши ему улицу. У него здесь полностью расклад, друзья, идет. В Тайване он даже был, в Бразилии был. Я маленькая когда. Маленькая уехала, да? Ну это давно там было. В принципе, кричать ему не надо, он же со мной слышит. Да, что-то. Круто. Мы тоже путешествуем. Похоже, мы. У тебя коляски нет, держи-ка, дай-ка я ему допишу. На мотоцикл коляски. Мотоцикл вообще рабочий? Ну, я надеюсь. Может он с нами поедет. Может, у него коляска есть, да? Сестра нет. Мы банда одна, банда. Да, да. Ну, да. Сейчас. Коляска есть. Коляска есть? Вместе поедем, втроем. А, один, да? Понял. А вот он, белорусский, набираю. А, да, ты. Прикольно. А где финиш? Финиш? Ну-ка, дай-ка. Финиш сейчас вы покажете. Он уже закончил, по идее, этот? Или... Я вам мотоцикл. Да. BMW, ага. Угу. 12 лет, 4 года, 4 месяца он сейчас ездил. 12 лет ездил? 12 лет, 4 месяца. Видишь, там везде фотки его. Угу. Разные. Вон, видишь? Ну, вообще, Минск, Гродно, Белосток. Вон вся вот эта идет. А, вся эта. Ну, 5 дней, 50 дней. Там. Друзья, это, конечно, удивительно. Смотрите, сколько человек проехал вообще. 12 лет. Все правильно. В 2002 году он, получается, выехал, если я все правильно здесь понимаю. И вот, уже 2013 год сейчас. То есть 12-13 лет он едет. Бонус Айрес. Отзор, сними. Что? Вот у него сайт. Ага, как называется? Вова. Он говорит, позвоните, что ли, моим детям или что? А, окей, отец. Yaris.com. Yaris.com, Yaris.com, ага. Ага, окей. 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 Все, я понял. Телефон нету? Нету. Телефонов нет. Мы же тоже путешественники. Мы... Крутой чувак, ничего не скажешь. Беларусь, Минск. Так, интересно, куда он едет? Очень интересно. Ну-ка, держи-ка ручку. Ой, ручку, говорю, камеру. Что там спрошу? Финиш. Обратно? То есть он вокруг? Ага. Вокруг и потом обратно закончим. Да. Там. Какой год? Скоро. А, он скоро. А. Домой. А, то есть он вокруг. И сейчас он, получается, на Канарах, а потом да, возвращается сюда. А, понятно. То есть до сих пор у него это еще продолжается. Да. Так, Беларусь. Нет? А, все, я понял. Ну все правильно, старт. Да. То есть домой не ездил он, правильно же? Так же получается? Ну, получается, да. 13 лет. А, все. Да, все верно. Все понял. Серьезно. Все понял. Прикольно. Мы вот сюда едем, в Калифорнию.
Калифорнии. Окей, Вова, удачи тебе. Счастливо, держись. Запад нам поможет. 72-й. 72 года тебе. Да ладно. Ничего себе. Нет, не верю. Да, мне тоже сложно поверить. Мне сложно поверить, Вов, я понимаю. Прикольно. Супер. Удачи. Счастливо. Так, надо... Так, друзья, сейчас я выключаюсь, сейчас я вам покажу рынок. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.